Приветствую, друзья, с вами Артур. Сегодня предпродажная проверочка инфракрасной лампы Bauer. Привезли из Германии. Такой вот аппаратик, моделька у нас EL50. Медицинская лампа для выгревания 300 Вт. Мощность есть, таймер на борту. Давайте так по коробочке вкратце покажу. Наклейка Амазона даже. Так, что у нас тут? Я вот так веду, а вы, кому интересно, паузу ставьте, просматривайте. Что интересно, в общем, я ее уже подключил, есть изменяемый угол, так я покажу вот так, то есть можно менять угол, рекомендуют расстояние более 30 сантиметров, то есть не менее 30, инструкция, даже есть русский язык, рекламка Bauer, лампа новая, коробка чуть-чуть покоцанная, так в целом все отлично работает. Кнопка включения, лампа автоматически включается с таймером на 15 минут, и вы, нажимая эту кнопку, можете уменьшать время, то есть максимум 15 минут. Есть охлаждение, здесь сзади слышно работает какой-то вентилятор, да, вот отсюда выдувается воздух, он где-то снизу, наверное, засасывает воздух, охлаждает лампу и выдувает. И вот так вот это все дело светит и греет. Долго не буду. Керамик инфраред. Керамическое, инфракрасное. Стекло, наверное. Керамическое. Чтобы не сильно ее нагреть. Мне сейчас ее в коробку паковать. Чуть подожду. В общем, лампа полностью исправная. Bauer EL50. В интернете можете погуглить какие-то дополнительные характеристики, кому нужны. Спасибо за просмотр. Лайк за видосик. Всего наилучшего. С вами был Артур. Пока.